Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Секретные материалы. Специальному агенту Дани Скалли, доктору и преподавателю Академии ФБР в Вирджинии, поручают работу в паре с агентом Фоксом Малдером над проектом «Секретные материалы», архивом таинственных, нерешенных дел ФБР, которые зачастую связаны с паранормальными явлениями, случаями вампиризма и оборотничества, нападением генетических мутантов, свидетельствами о похищении людей пришельцами. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все и не всегда поддается разумному объяснению. В своих дискуссиях Малдер и Скалли не столько стараются убедить друг друга, сколько получают удовольствие от самого общения. Постепенно первоначальное взаимное недоверие перерастает в дружбу, а чуть позже и в более глубокое чувство. Агент Картер. Сериал. 2015 года. История Пегги Картер. В 1946 году мир нанес Пегги серьезный удар, когда она оказывается в неудобном для нее положении с возвращением домой мужчин со сражений за границей. Работая на секретную организацию СНР, Пегги должна найти баланс между административной работой и секретными миссиями для Говарда Старка, одновременно пытаясь жить нормальной жизнью одинокой женщины в Америке после утраты любви всей ее жизни Стива Роджерса. Визитеры. Сериал 2009 года. Сегодня весь мир проснулся и увидел, что над каждым городом парят космические корабли. Прибывшие утверждают, что пришли с миром и предлагают подарки в виде медицинских открытий и технологических усовершенствований. Они обещают, что не навредят. Они лгут. Твин Пикс. История начинается с известия о находке обнаженного тела Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников приходят разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей, на первый взгляд тихого и мирного городка.
Двойник. Говард Силке – незначительный винтик в бюрократической системе, обнаруживает, что агентство, в котором он работает, на самом деле занимается охраной переходов в параллельное измерение. Призрачная башня. В центре событий – агенты ФБР и ЦРУ, которые объединяют усилия в борьбе с растущей террористической угрозой со стороны Усама бен Ладена и Аль-Каиды. Однако вскоре ведомства начинают соперничать друг с другом, что в итоге приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке. Механизм. Группа следователей пытается раскрыть внутренние процессы крупнейшей коррупционной схемы в истории. Однако это расследование будет иметь последствия для всех, кто к нему причастен, в том числе для тех, кто находится на стороне закона. Наследие. Рассказ о следующем поколении сверхъестественных существ в школе Сальваторе для молодых и одаренных. Дочь Клауса Майклсона, 17-летняя Хоуп Майклсон, близнецы Аларика Зальцмана, Лиззи и Джосси Зальцман и другие молодые люди достигли совершеннолетия необычным способом, чтобы стать их лучшими личностями, несмотря на их худшие импульсы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!